Внимание, есть кто-нибудь тут присутствующий? Нет? Ну давайте поаплодируем, это Фурманов. И еще была такая отличная группа, это, естественно, Вороний глаз, точно. Я говорю, на «вы», ну вот вспомнил. Вороний глаз, аплодисментов не слышу. Это, конечно, было суперно, и вообще у нас первая студия, наверное, она появилась у вас вот как раз тут во дворце, и тут все ребята ездили к вам, и тут тихонечко все писались. Вот. Мне сейчас хотелось сначала пригласить всех на сцену. Итак, группа «Спок». Где они? Они за пультом. Сейчас будет. Нет, ну давайте «Спок»-то. А группа «Джем-проект» пока готовится, или кто у нас там? Воспоминания о будущем готовится. А тогда этот, где у нас джем-проект? Возьмите фотоаппарат, нас сфотографируете. Ну, быстрее, Юля. Или кто там у нас? Даша. Вот, возьмете там, нажмете кнопочку. Это чего? Спокойно, он один говорит, я Спок. Ладно. Аплодисменты, Спок. Да, я сразу их обрисую. Ну, интересно это, конечно, интро... Нет, подожди, когда месяц соберемся, у меня пленки не хватит. Ты чё, я жадный. Так, интро в стиле фанк. Ну, Олега я давно знаю. Да. Но все-таки он тяготеет, где он? Где-то я его видел, вон там. А, он машет рукой. Ну, там уже хард-рок и так далее. Ну, ладно. Не, вообще драйвово. Давайте аплодисменты. Я ничего не буду говорить, потому что у вас заключение будет через неделю. Я просто говорю, что они все в стиле, все... Ну, там чуть-чуть было, но ферма. Эффект Эхи. Где они, девушки русские? Ну, давайте девушек-то поддерживайте. Фурманцы. А ты куда пошел-то? Нормально. Ты должен их встречать. Приглашай. Вот, давай. И сюда. Девчонки, ну я не знаю там. Давайте мы сразу вот так вот возьмем эффект Эхи и... Знаете, я знаю такого человека, Вячеслава. Это... Как мы его назвали? Да сейчас мне надо вспомнить. А, секс-символ города Фурманова. Арбузов Вячеслав, пожалуйста, на сцену. Где он у нас? Где Арбузов? Я не знаю, без него ни одно мероприятие не приходит. Он ушел, он обиделся на вас, я так понял. Не, ну вот, девчонки, я просто говорю сразу. Эффект Эхи и, значит, другом. Тема какая была у вас положение? В общем-то, рок, да? А как вы себя к року-то так отнесли? Не отнесли, вы просто решили попробовать. Не, ну я спросил у ваших руководителей, у вас была номинация... Ну, не рок в акустике, а как она, авторская песня. Вот мне кажется, ну, сначала там бы надо было попробовать. Тем более барабанщик был левый. Ну, ребят, вы кому объясняете? Вы зрителям объясняете? Ну, ладно. Тем не менее, девчонкам давайте это. А где значки у вас? Нет? Вам не дали значки? А, дали, да? Ребят, у нас просто проходит сейчас весь осенний рок-марафон, и в памяти Андрея Удалова, нашего пресс-секретаря, Царство ему небесное, мы привезли вам подарки, выдаем всем значки нашим музыкантам. Ну, заходи ты, Господи, и без значка. А значок дали тебе? Ну вот, очень приятно. Ой, как мы с ним зажигали 2 года назад. Он меня совратил. Оставил на ночь в палатке рядом с собой. Правда, я струну у него оборвал. Да, почему-то у меня все болело после этого. У него все болело. Я с ним не спал. Беда. Так, ну ладно. Третий тайм. Где он? Третий тайм. Правильно я сказал? Группа тайм. Третий номер. А, тайм. Группа тайм. Ну, приглашите, парни, все нормально, бить никто не будет. Значков тоже нет. Не дали, что ли? А, ниже пояса, я понял. Не бить. Ну что, так что, а у меня-то, а, вот у меня мысль просто. Уж я всегда
когда был сам начинающим дворовым музыкантом, мне было интересно, и вот наш Андрей Удалов, он каждую команду, в общем-то, критиковал. Ну, в смысле критиковал, как давал рекомендации, скажем так. Вот у меня стрелочка, дворовые дела. Так, стоп, вдохновение, ага. Это вспоминание Рим, да? Вспоминая Рим. Вспоминая Рим. Ну, без очков, извините. Вспоминая Рим. А, это вот здесь был блюз, да? У вас следующая группа была? Нет, не у вас, да? Блюз у вас стоит. Так. Ну, там у меня не было этого света. Я что-то тут написал. Ну, ладно, парни, все нормально оказывается у вас. Только барабан вопрос и гитара что-то вопрос. Что-то там какие-то вопросы у меня. Ну, ладно. Стаи где у нас? А, вот стаи блюз-то, я точно понял теперь. Стая. Верь и тебе. Где вы стая? О, стаи все в значках и у сердца. Вопросов тогда нет, все, кринчики не будет. Не, ребят, ну серьезно, давайте поаплодируем. Ребята старались, конечно. Я что хочу сказать. Вот... У вас самый очень крепкий музыкант, вообще были крепкие музыканты, но в данном случае у вас вот Олег наслушается. Он правильно все понимает и все чувствует. И я говорю, он помогал вам? Нет, ничего? Вот, понимаете, здесь у нас получилось так с вами. Блюз в одном стакане. Так, что-то знакомый у нас товарищ-то. А? А ты что ж не мог тогда помочь? Нормально. Тут профессиональные музыканты и только это все. И тут дворовые дела получается. То есть две песни из двух этих, как бы. Мы хотели многогранность. Ну, вы согласны, да? То есть, как бы, вот это. Или блюз, или как его? Трофим. Она песня Трофимск, ну вот в этом стиле, скажем, да? А тут блюз. Я никак не мог понять. Я спрашивал Сергея Евгеньевича, он говорит, может, он меня научит это? Не знаю. Так. Итак, у нас ФРГ. Главное, интересный так это. ФРГ. Где у нас ФРГ? Аплодисменты ФРГ. Они боятся даже выйти. Это типа панки там что-то, да? Вокал с гармонией. Ага, ну да, припанкованные такие ФРГ. Фурманская рок-группа. Во, видишь, сразу и все. Так, подожди, еще не фотографирую, не все. Так, значит, ну что я могу сказать, смотрите, ребят, вот тем более скажут все профессионалы, ФРГ где? Значит, у нас получается так, с вокалом мы идем параллельно, ну как сказать, гармония и вокал идет параллельно, особенно, ну я про первую вещь, то есть ни мелодики, ни... Ну, в общем, нам двойки ставили, если по гармонии, ну как сказать, параллельные квинты, октавы, ну это, наверное, длинная история, это... Как бы мне проще сказать. Ну, в общем, параллельно не надо. Там вроде есть продолжение. То есть, где-то я это слышал. В общем, самые начинающие моменты. Я так понял, что вам поставили задачу, наверное, и вы на эти слова просто решили, что пришло в голову, да? Или как? Это было очень давно. Надо и переделать. Нет, слова-то хорошие. И вот я спросил у наших замечательных организаторов, вот хочу спросить у вас, артистов. Михаил Дудин, «Годы жизни» мне интересно. Вот скажите, нет, вы не подсказывайте, пожалуйста. Ну хотя бы когда умер тогда. Нет, я понимаю. Это как Ленин, дедушка Ленин. Он говорит, лучше меньше, но лучше. Это тоже нормально. Правильно? Ну, а вот Михаил Дудин. Так, понятно. Включает дурака. Ну, а вы знаете, господа, когда он у вас хотя бы умер-то? Ну, вот организаторам, конечно, тут немножко надо поставить на вид. Понимаете, вот я хотел понять... Алло, тихонько. Я хотел понять, о чем человек, впрочем-то... Ну как, пишет стихи, хотел понять слова, мысль, да? Оказывается, вот... Ты все? Спасибо. Сейчас пляшешь теперь. Я так понял, что он в 93-м году, в общем-то, когда вы все только еще в колыбели в основном были. А, ты уже здесь, Миргородский. Как его? «Газпром» аплодисменты.
Нет, не все так плохо, не все так плохо. Значит, это ФРГ. Фурком. А, ну да, Арбузов, это Вячеслав, это все, без вопросов. Я просто никак не пойму, почему его не пускают на номинацию авторской песни? Где Вячеслав? А что не пускают-то? Нет, надо его впустить, давайте поаплодируем, чтобы его впустили. Ну, он здесь как-то, вот понимаете, вот две девчонки и дуэт с барабанщиком и Вячеслав. Они, кстати, вот совсем это, ну, у них другое... стиль, специфика, я бы сказал, дизайн, или еще как можно сказать, Миргородский, подсказывай. Ну ладно, Миргородский вспомнит, мы скажем. И 7М, размышления о ящерице и Дунин трибунал. И вот смотрите, вот действительно, вы, зрители, кстати, очень так это было неплохо и красиво. Дайте вашему руку. Можно, конечно, без верхней одежды приходить. Где значки? Не, да. Я на гитаре, я даже выступал уже с ним. Ты уже с ним выступал? Спасибо. Я просто хочу сказать, это я проверяю эту, а то она может это занакать. Продай где-нибудь там. Я просто хочу сказать, что вот последнюю команду вы встречали, вот как-то поддерживали, они почувствовали ваш... вот этот, как привлекание артиста и зрителя. И они так драйвово сыграли. И вот я хочу сказать, что все неплохо, все хорошо, но не попали две команды в стилистику. Запомнил это слово? Да. Повтори. Ну, аплодисменты еще раз. Стилистика. Под стилистика. Ну, конечно... Большое мне, я так понял, что вот здесь вот все звучало как-то, вот только немножко вот как-то жалость слова относились вот к нам, к порталам, на вокал и на ведущую. Ну, понятно, она его жена, я так понял, да, Олег? Или не жена? Супруга. А, все-таки супруг, давайте супруги, аплодируем. Вот он ее так это уменьшал, понимаете? А когда он выступал, а где значок? У нее просто голосок еще. Ну тогда и не жни, прибавляйте, Олег. Ну давайте, где это? Где наши значки-то там? Быстрее, Даша, кто там? Чего, значки не дали? Вот, вручай. Аплодисменты. Надо отобрать. Вот целый мешок уже. Итак, ребят, я просто говорю, что у вас... Теперь мы встали все красиво, близко. Где там фотографы у нас? Сфотографируют? Ага, вот уже смотрят. Ребят, ну давайте вы присядьте кто-нибудь, там девчонок, чтобы видно было. Ну, молодые сели, старые встали, девчонок на руки взяли, обняли их там, улыбнули, сказали сыр или еще что-нибудь. Кто бежит за Клинским? Все, спасибо. А теперь, ребят, я просто серьезно говорю, что вот нам, чтобы повышать качество, ребят, вот для вас всех говорю, для всех музыкантов, значит, это очень здорово. Во-первых, вы приглашаете нас, Иваново, и во-вторых, и всю Ивановскую область, мы вас приглашаем, кто у нас школьники, на школьный рок. Там большие уже будут эти призы. Не значки, а призы. Далее, рок-февраль. Это уже для более серьезных людей, а у вас все в порядке. Тем более у нас еще добавляется номинация Hard and Heavy. Понятно? То есть мы немножко разделяем, всех-всех-всех разделяем. И у вас больше будет возможностей показать свое превосходство друг над другом. Все ли понятно? Давайте все мы поаплодируем и гостям дадим выступить. Хомский уже всех надоел. Всем даем. Всего вам доброго. Спасибо, Фурману. Я думаю, что, начнем, да? Итак, первая песня – это «Песня для тебя».
кроме усмешненки обычности тем. Милый и смешной, почему я так, что твоего звонка? Почему же я не могу без тебя? Я привыкла так к твоим разбросанным носкам, твоим прикольным друзьям, твоим ласковым словам. Песня выше, только птицы.